грибная икра, которую можно приготовить всего за час из самых обыкновенных продуктов и в любое время года, в грибной сезон из опят, а зимой из вешенок или шампиньонов. Очень вкусно в качестве перекуса со свежим черным хлебом или с тонким лавашом, отличное дополнение к картофельному супу. Вам интересно? Тогда рассказываю, как приготовить грибную икру. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Грибы помойте и варите 15-20 минут после закипания в подсоленной по вкусу воде. Остудите грибы до теплого состояния и пробейте блендером. Лук обжарьте в растительном масле до прозрачности и добавьте в грибы, также добавьте измельченный чеснок. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Все тщательно перемешайте, поперчите и посолите по вкусу, икра готова. Остывшую икру храните в холодильнике под крышкой 3-4 дня. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Грибы, опята или вешенки, 300 грамм, лук репчатый, 1-2 штук, чеснок, 4 зубчика, растительное масло, 2 столовые ложки, соль, по вкусу, перец черный, по вкусу, количество порций, 10. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Буду скучать без вас.